Привет, я Валерий Привалов. У меня в руках зеркальный фотоаппарат Canon 1100. У него такая вот проблема. R30. Была информация, что это сбои системы, перепрошил, толку никакого. Появилась новая информация, один товарищ устранил ошибку, подтянув пружину шторки затвора. Надо разбирать, чтобы проверить данную информацию. Для начала разборка будет неполной. Начнем с передней части. Для откручивания передней панели нам надо открутить три винта. Вот здесь, здесь и вот здесь. Начали. И два снизу. Здесь и здесь. Все винты откручены. Так, открываем эту крышку. Сейчас вот надо так немножечко поддеваем. У меня крышка задняя тоже снята практически. Ага, понятно. Но заднюю крышку снимать не обязательно, если только ослабить, открутить, чтобы она двигалась. Так будет легче. Задняя крышка тоже откручивается, ничего сложного. Здесь снизу 4 болта винтика. Сбоку 1. И с этой стороны 2. Ну вот так мы немножко подобрались. Вот здесь находится механизм. Вот эта пружина. И вот там, как мне кажется, как раз то, что надо. Вот в этом месте. Скорее всего, это и есть пружина с шторками. Надо где-то посмотреть мануал по устройству этого фотоаппарата. Так, переходим к самому главному. Натягивание пружины. Так-то я посмотрел внимательно. Скорее всего, это она и есть. Вот это стопор, который держит пружину. А вот сама пружина. Вот как-то нам надо ее так передвинулась. Но вот она не хочет. Нет, я передвинул ее на один зубчик. Сейчас вставляем аккумулятор на место. Надо ставить крышечку, потому что там, похоже, стоит концевик такой, без которой не включается. Включаем фотоаппарат, нащупываем кнопочку, ошибка продолжается. Выключаем камеру, натягиваем дальше, еще на один зубчик. После кручения и верчения этой шестереночки белой и туда и обратно, и почти полностью ослабевала и подтягивал сильно, результат тот же самый. Ошибка R30. Пока оставляем эту затею, собираем
фотоаппарат. На этом заканчиваю. Всего доброго.